Ну вот сгребаем вот это вот такими вот волокушами, но у меня нету пока этого, поэтому просто к прицепу прицепил. Вот так вот оно получается. Ну чисто. Отлично. Такие корчи, кирпичи, все поднимает кверху. Он что-то вырвал. Так по кругу езжу, все до одной кучи тут собираю, а потом соберется. Ну, проехать надо будет, конечно, не раз, а несколько раз. Ну вот, убирает оно очень чисто. У меня на съемку просто уходит много времени, а так вот видите, ну вот это вот разработано, так по разработанному идем. Там дальше нет. Вот, а здесь. Потом подходишь к ней.
вот этой штукой. Раз, оно вот эти вверх уходят, значит, скажу. Вот так вот. Опа. Все оно отстегнулось на бок. Ровлями. К этой куче костей. Вот так вот. Раз. Здесь тоже потом не будешь же ехать. Правильно. Здесь уже вилками потом в прицеп загрузил. Да и все. Вот, потом берешь ее назад. Раз. И рычагом этим. Ну, я уже ее буду... Это я взял с металлолома. Попробовать. Сейчас посмотрю, как она работает. Уже буду все ремонтировать. Раз. Вот так вот. Опа. Все этого достаточно. Зубья вошли. И дальше они пойдут. Закончу вот так вот, оно вышло довольно-таки хорошо получается, смотря на какую глубину ставляешь, можно заглублять по-разному. Оно вот такие кустики выдергивает тоже. Вот. Их очень много здесь было. Вот как вот здесь вот, так было и здесь. Но все как бы повыдергивало. А вот этот вот участок, сейчас я вам покажу, каким он был. Конечно, с первого раза так ты его и не обработаешь. Ну, сейчас немножко подшаманить граблями. Очень плохо выворачиваться, потому что длинный прицеп, еще за прицеп, это волокуша прицеплена. И большие получаются завороты, если... Поэтому середину мне приходилось как-то хуже вычищать. Вот такие кучи вот надо будет уже вручную. Вот, середину приходилось, там очень трудно заворачиваться. Но сделаю адаптер вот к нему, и я сделаю вот эту вот штуку, чтобы она сзади поднималась. Ну, потом в следующих видео я вам покажу, как это будет происходить. Все очень удобная вещь, мне понравилось. Например, после того, как выкосили ботву, можно проехать ботву. А вот здесь вот было... Вот на этом месте было точно один в один вот такая же вот самая. Вот. Один в один было. И вообще весь вот этот участок вот в прошлом году, он был вот такой вот весь. Ну, в процессе планируется разработать. Сейчас вот потом фрезой все это буду проходить. Вот эти все вот такие вот. Вот туда мы их. Здесь какая-то свалка была небольшая, какие-то бутылки, железяки
достаются тарелки. Ну вот. Потом в процессе все это поубираем. Ну все, буду заканчивать на этом. Все, всем пока.